Два этажа сказки. Обновленный театр кукол «Сказка», который сейчас активно достраивается, зрители смогут посетить уже этим летом. Накануне чиновники, руководство театра и журналисты посмотрели, как идет стройка. Напомним, реконструкция сказки началась в декабре 2017 года. Старое здание полностью снесли и на том же месте начали строить новое. На эти цели направили почти 300 миллионов рублей. На сегодняшний день строительство завершено почти наполовину. Построена авансцена, ложа управления звуком и металлический каркас сцены. Сейчас ведутся работы по прокладке коммуникаций в подвале, строительству перегородок и монтаж внутренних инженерных сетей. Площадь нового театра составит 3500 квадратных метров, что на 1000 больше, чем было у старого здания. Здесь разместятся фойе, буфет, кассы, гримерки, две сцены, спецзона для хранения кукол. Помимо этого, в сказке появится современное немецкое световое оборудование и большой светодиодный экран. Такого театра в городе пока нет ни одного, отмечает руководство. Все строительные работы подрядчик обещает завершить вовремя, уже летом.